В эфире программа «Пульс города». Чем живет сегодня Барнаул? Какие события в нем происходят? Явления, причины, люди, их поступки – все самое заметное в новом проекте о столице Алтайского края. И вот главные темы этого выпуска. От холодного к горячему. Сколько дорог уже отремонтировано, сколько в планах? И какие технологии укладки асфальта применяют в этом году? Идем на рекорд. До конца года в Барнауле снесут 80 аварийных многоэтажек. Несколько партий гуманитарного груза отправили на Донбасс. Кто и как помогает участникам СВО? Уровень жизни любого города зависит от качества дорог, их ремонт, изменения организации движения, появления новых объектов. На эти изменения всегда особенно чутко реагируют горожане. В Барнауле сегодня возводят сразу два крупных дорожных объекта. Путепровод на проспекте Ленина и многоуровневую развязку на Змеиногорском тракте. К строительству последней приступили совсем недавно. Всего на эти цели потратят 3 миллиарда рублей. Все эксперты в области дорожного строительства единогласны во мнении, данный проект положительный повлиять на развитие южной части краевой столицы и всего юга Алтайского края. Ожидается, что движение на новой развязке станет более свободным, а также будет обеспечен удобный выезд на федеральную трассу А-322 в сторону Рубцовска до границы с Казахстаном, одного из важнейших маршрутов с точки зрения логистики. Завершить работы планируют к концу 2024 года. Напомним, проект реализовывается благодаря поддержке губернатора края за счет выделенных средств бюджетного кредита. Вот уже почти месяц, как в Барнауле начали ремонтировать дороги. При минусовых температурах дорожники применяют так называемую технологию холодного асфальтобетона. Как она работает, где ремонт уже провели и когда планируют начать применять горячий асфальт, расскажем далее. Ничего нового, уже традиция. В конце зимы и начале весны дорожники приступают к ремонту. Прежде чем перейти к технологии горячего асфальта, применяют холодный. Такой можно использовать и при минусе за окном. Главное – это эластичный битум, уверяют специалисты. Технология заключается в чем? Производится вырубка на месте укладки асфальтобетона, разогрев данного места. Далее разогрев самой смеси холодного асфальтобетона, после чего она укладывается вместо вырубки и уплотняется. До начала работ специалисты объехали барнаульские дороги и составили план, где требуется применить технологию холодного асфальта. В список попали более 40 участков дорог. Это участки, где проходит у нас общественный транспорт, основные улицы, дорожное полотно, на которых начало разрушаться, в связи с чем могут возникнуть аварийные ситуации. Задача как раз и заключается в том, чтобы предотвратить аварии, а также дальнейшее разрушение дорожного полотна. За март, начало апреля дорожники уже отремонтировали несколько участков по проспекту Ленина и Строителей, на Змеиногорском тракте, улицах Солнечная Поляна и Власихинская. Всего отремонтировано порядка 330 квадратных метров. Кстати, чтобы не мешать водителям, все работы проходили в ночное время. А в самое ближайшее, как только среднесуточная температура будет не ниже плюс 5 градусов, дорожники начнут ремонт уже горячим асфальтом. Татьяна Голубева для программы «Пульс города». Сейчас специалисты продолжают обследовать городские дороги, оценивают их состояние после долгой зимы. Участки, которые нуждаются в обновлении, вносят в план работ на текущий либо капитальный ремонт. По каким критериям оценивают износ дорожного полотна и сколько улиц ждет частичное, а сколько основательное обновление? Узнаем далее. После зимы многим дорогам по традиции требуется ремонт, да и в целом график весенне-летних ремонтных строительных работ практически определен. Об этом мы поговорим сегодня в студии с заместителем главы администрации города по дорожному хозяйству и транспорту Антоном Шеломенцевым. Здравствуйте. Здравствуйте, Антон Андреевич. А как вы сами оцениваете вообще состояние барнаульских дорог после зимы? Потому что вы сами наверняка ездите, ну и к тому же тоже, наверное, ходите, смотрите. Дорог с твердым покрытием, их 660 километров. И в первую очередь оценку, естественно, мы даем этим дорогам, как они пережили зиму. И можно сказать, что зима – это больший урон принесла асфальтовому покрытию. Переходы между нулем, плюс, минус, замерзание и так далее, то есть привели к локальным разрушениям покрытия. Это видно, то есть по отношению к прошлому году, но меры по
аварийной ямочности, как бы позволяют нас уже к дорожному сезону, вот, на этот период весенний, как бы пройти спокойно. Но в целом, то есть, достаточно нормально дороги у нас перенесли зиму. Удовлетворительно? Удовлетворительно. По каким параметрам оценивают и какие дефекты прежде всего определяют? Визуальный осмотр, то есть, он позволяет определить ямочность, просадки колодцев, сколы бордюрных камней, там, ну, такие нарушения, которые это, мешают дорожному движению. Ну, в том числе осматривают дорожные знаки установленные, остановочные павильоны. То есть, если там дефекты есть, то, соответственно, там также они восстанавливаются. А кто восстанавливает? То есть, получается, подрядчики, да, которые раньше занимались ремонтом дорог? Да, в рамках гарантии, да, совершенно верно, в рамках гарантии они обязаны восстановить те дефекты, которые комиссионно будут выявлены. А какие дороги уже обследовали, на каких вот по гарантии уже сейчас там вот эти недочеты устраняют? Ну, у нас один из первых объектов, где в рамках гарантийных обязательств вышли подрядчики, это был проспект Ленина. Такие наиболее крупные дефекты вокруг колодцев, то есть с применением холодного асфальтобетона устраняли. Это улица Аванесова, Змеиногорский тракт. То есть первично вот зашли на эти объекты. Сколько вообще средств в общей сложности по всем программам направят в этом году на ремонт и содержание дорог Барнаула? Это вот больше, меньше, чем в прошлом году? Мы остались в целом на уровне прошлого года. И если говорить по бюджетам, то порядка 2 миллиарда 300 миллионов в целом направлено на дорожную отрасль. Это и содержание дорог, то есть зимняя уборка, летнее содержание, это текущий ремонт, это проект безопасной качественной дороги. Здесь, кстати, значительную и ощутимую поддержку оказывает правительство. То есть 700 миллионов выделяется на столицу Алтайского края, то есть это по решению губернатора. Поэтому здесь большое-большое нам помощь в реализации проекта. Ну и плюс целый миллиард к этой сумме дает завершение путепровода на проспекте Ленина. Угу. То есть, если говорить именно отбрасывая мостовые сооружения... Путепровод мы, если отбросим, да отбросим, это то это порядка отдельно. 1,8 миллиарда. И сколько улиц в этом году планируется обновить капитально? И какие это дороги? Вообще география очень по городу обширная. Это улица Радужная, проспект Космонавтов, улица Водозаборная, Интернациональная. То есть во всех районах мы выполняем работы. Еще раз, всего 13 объектов в рамках БКД, 29 километров. К работам мы приступим, ну, я думаю, уже в конце апреля. Здесь все-таки первичные это погодные условия. Поперечные улицы есть, которые еще требуют внимания. Это улица Интернациональная, например, там в Ленинском районе небольшие участки. Это улица Островская, улица Гущина. Угу. То есть там, где мы их в рамках текущего ремонта поддерживали, но некоторые участки остались, которые требуют уже капитального ремонта, где будут производиться восстановления тротуаров, устройства парковок, замена полностью покрытия. Помимо БКД мы в этом году также продолжаем реализовывать и иные свои проекты дорожные, то есть поддержка местных инициатив очень себя зарекомендовала хорошо, где люди сами участвуют в возможности. Там совсем небольшая доля софинансирования, и в рамках конкурсного отбора они попадают в программу, и, ну, как правило, это частный сектор, там тоже работы по асфальтированию выполняются. Более 15 миллионов рублей из бюджета города затратят в этом году на организацию противопаводковых работ в Барнауле. Под угрозой подтопления 40 участков дорог и более 200 жилых домов. Мэр города Вячеслав Франк в ходе выездного совещания в индустриальном районе обсудил вопросы, связанные с подготовкой к прохождению первой волны половодья. Традиционно в Барнауле половодье можно разделить на два этапа. Первый серьезного внимания и подготовки потребовал уже в марте. Март месяц нам не дает покоя, и мы уже видим, что эти мероприятия приходится выполнять уже, работать. На 8 марта у нас было более 10 заявок на подтопление, принимали меры, как и подрядными организациями, и силами управления города, и силами администрации. Удалось не допустить подтопления жилых домов. Глава города Вячеслав Франк и участники выездного совещания посетили новозастраивающийся район на пересечении Павловского тракта и улицы Просторной, где размещено водопропускное устройство. Там работы по подготовке к прохождению первой волны половодья продолжались весь март и начало апреля. Прокопаны водоотводные каналы, обеспечено оперативное водоотведение со строительных площадей. Заключены все необходимые контракты, подрядные организации приступили к работе по очистке водоотводных труб
и водопропускных устройств. Кроме того, заключен контракт на оказание помощи в случае возникновения нештатных ситуаций населению как на территории района, так у нас имеется подрядная организация и на пригородной территории. По данным ГУЧС, в зоне риска подтопления находится порядка 40 участков дорог и 200 жилых домов. План работ, уверяют, по предупреждению ситуации подтопления разработали заблаговременно. Всего же на организацию противопаводковых мероприятий в Барнауле из городского бюджета выделили почти 15 миллионов рублей. Конечно, это нас тревожит и пивоварка, и барнаулка. Этот год немножко необычный, вода промерзла до грунтов, и вода, река промерзла до грунтов, а вода уже начинает идти верхом, поверх льда. Достаточно глубокое в этом году и промерзание почвы, поэтому как бы почва не впитывает влагу, и у нас есть такие залповые потоки. В целом, заверяет глава Барнаула, город готов противостоять и талым, и паводковым водам, но ситуацию, подчеркнул, нужно держать на особом контроле и обеспечивать своевременное выполнение всех должных работ. Анара Шагирова для программы «Пульс города». Отсутствие очередей в детский сад, рекордные темпы ввода жилья, минимальные за современную историю цифры безработицы. Непростой 22-й год Барнаул смог пережить, привнеся позитивные результаты во многие сферы города. Как удалось их достичь и какими из итогов прошлого года гордится мэр краевой столицы Вячеслав Франк, расскажем далее. Третий год у руля Барнаула, третий отчет перед депутатами и общественностью. Вячеслав Франк собран и открыт к критике. Это очень важно для мэра, это уметь слышать своих горожан, уметь слышать своих сотрудников. У законодательной и исполнительной власти Барнаула партнерские отношения, заключила Галина Буевич. Сотворчество имеет реальные цифры. Так, городской бюджет в 2022 году прирос на 34%. На 13% выросли налоговые и неналоговые поступления. Стало больше межбюджетных трансфертов. Несмотря на непростой год, экономика, по выражению Франка, была локомотивом развития города. Индекс промышленного производства превысил 21 год и составил 107,6%. Это выше, чем в целом по стране. Увеличился выпуск вагонов и оборудования, металлических изделий, спецодежды, бумаги и многого другого. Поддержка правительства Алтайского края и администрации города позволила нам продолжить социальный проект, не потерять, а создавать новые рабочие места и круги, завершить 2022 год с положительными результатами. Успешным этот год стало в сфере строительства. Город перевыполнил план по вводу жилья на 9%, а 400 человек переехали из аварийных домов. В этом году власти намерены завершить федеральную программу по переселению, рассчитанную до 2025 года, и вступить в новую для домов, признанных аварийными после 2017. Пока этот вопрос решают лишь за счет городского бюджета. Ремонт и строительство дорог снизили число ДТП в городе на 11%. В городе решена проблема очередности в детских садах. Продолжается строительство детских садов, но в основном в новых микрорайонах. Сегодня сложилось уникальное взаимоотношение между главой города Барнаула и директорами школ. Вячеслав Генрихович, как никто, досконально знает, чем живет система образования, какие она имеет проблемы. Большинство слушателей отмечают положительные сдвиги в развитии города. Архитектор Александр Деринг сказал, что совместная работа над генпланом Барнаула, который теперь будет рассчитан до 2040 года, конструктивна. А еще один показатель 2022 по эффективности побил определенный рекорд. Уровень безработицы достиг самой низкой отметки за всю современную историю города. Это также минимальный показатель в Сибирском федеральном округе. В конце мэр отметил, что готов к открытому диалогу и что соцсети в этом помогают. За 2022 год власти приняли и ответили на 11,5 тысяч сообщений и обращений жителей и намерены продолжать эту работу. Анастасия Дороган для программы «Пульс города». 80 аварийных домов планируют снести в Барнауле до конца года. Цифру озвучил руководитель городского комитета ЖКХ. И это количество – абсолютный рекорд с 2019-го. К примеру, в прошлом году, 22-м, снесли 51 аварийный дом. Сколько средств потратят на расселение горожан в этом году? Есть ли шанс у людей отметить новоселье? И будут ли повышать стоимость аренды временного жилья? Расскажем далее.
темпы в этом году снижать не планируют. 450 миллионов рублей в 2023-м выделено на расселение барнаульцев из аварийного жилья. И это только по муниципальной программе, ведь есть еще региональная. Общий объем финансирования 850 миллионов. Кстати, кому-то удается вселиться и в совершенно новые дома. К примеру, на Беляева, 14. И хотя строители не слишком охотно реализуют программы по переселению из аварийного жилья, такие эксперименты удачны, уверены в мэрии. Конечно, опыт положительный. Мы бы с удовольствием и были бы рады, если бы у нас в рамках 44-го федерального закона строительные организации принимали активное участие и предлагали нам в новостройках такие жилые помещения. Будем продолжать работу. Жители аварийных домов интересуют, будет ли меняться сумма компенсации за их жилье в случае, если приходится арендовать съемное. К слову, сейчас за однушку, по словам руководителя комитета ЖКХ, компенсируют 12 300 рублей, 14 300 за двушку и 18 300 за трехкомнатную квартиру. Мы мониторим регулярно рынок, поэтому если стоимость аренды будет как по однокомнатной, по двухкомнатной, так по трехкомнатной меняться, соответственно, мы будем с инициативой выходить к депутатам на предмет внесения соответствующих изменений. Но на сегодняшний день тот, кто желает найти для себя жилье не в аварийном доме, пока пользуется и данными суммами. На вопрос, планируют ли улучшать маневренный фонд, который частенько жителей не устраивает, руководитель комитета ЖКХ ответил, что, безусловно, такой фонд – это не всегда благоустроенное жилье. Но, по его словам, до въезда жильцов там всегда делают ремонт, и оно точно безопасно. Пока не попали в жилое помещение, не увидели его, наверное, не совсем корректно говорить на предмет того, что данные помещения находятся в крайне неудовлетворительном состоянии и жить в них нельзя. Говоря о планах на 2023 год, Денис Ращепкин отметил, что уже с начала года на расселение из аварийного жилья из бюджета города выделено 56 миллионов рублей. И задача властей как можно скорее переселить барнаульцев из ветхого жилья. Татьяна Голубева, Дмитрий Денисов для программы «Пульс города». И напоследок, несколько партий гуманитарного груза из Барнаула были отправлены на Донбасс. Далее расскажем, кто и какую оказывает помощь военнослужащим и мирному населению в зоне СВО. Очередная партия гуманитарной помощи из Барнаула на Донбасс. Груз сформировали вместе с предпринимателями согласно заявкам, которые поступают в администрацию города. В машине 20 тонн продовольствия. Для удобства крупы расфасованы в пачке по 800 граммов. По словам главы Барнаула, местные предприниматели всегда активно помогают формировать гуманитарный груз в зону СВО. Заявки поступают, они поступают в штаб, мы их рассматриваем, этот вопрос находится на отдельном внимании у нашего губернатора Виктора Петровича Томенко. Такие конвои мы отгружаем уже около года. В целом, если говорить именно по большим таким отгрузкам, большим машинам, это уже 120 тонн. Из них половина или 60 тонн отгрузила «Молочная сказка», наш комбинат. Все здесь задействованы, и администрация города, и волонтерское движение. Это наш третий груз во время специальной военной операции. Груз собран совместно с администрацией города. Огромное им за это спасибо. Груз собран Барнаульским молочным комбинатом и Шоньем Надаром Викторовичем. Предприниматели всегда отзывчивы относятся к этому формированию гуманитарного груза. Помогает также транспортная компания. Хочется выразить мне слова благодарности всем жителям города, которые неравнодушны, а также нашим всем предпринимателям города. Благодаря им тонны помощи, а точнее муки, отправили в Славяно-Сербский район ЛНР. Идею предложила группа фермеров из Завьяловского района. Просто взяли, позвонили, сказали, мы хотим помочь. У нас есть вот такой объем, мы готовы как бы его в дар отдавать на наших ребят. Ну, я изначально пояснила, что как бы ребятам на фронте как бы сложно работать с мукой, потому что не те у них условия, да. Но для жителей Донбасса и госпиталя это будет колоссальная помощь. Сначала груз из алтайских районов доставили в Барнаул. Там для дальнейшей транспортировки муку расфасовали в удобную тару. На помощь пришли местные власти и предприниматели. Была проведена расфасовка груза, расфасована по 5 килограмм мука, упакована в палеты, а также будет организована доставка. Помимо предпринимателей, в числе организаторов сбора – мэрия Барнаула, региональный штаб комитета семей и воинов Отечества и группа «За добро», а также региональное отделение ОНФ.
Они благодарят неравнодушную за любую помощь жителям Донбасса. Анастасия Дороган для программы «Путь города». А на этом у меня все. Следите за новостями и держите руку на пульсе нашего города. До встречи в эфире!